Поэтому тут тоже задача, которую сегодня предстоит решать, она очень велика. Алжирцы опасно атакуют, но вот опасно не поддержал. Не успел Брэйми туда подскочить, а то могло бы быть совсем опасно. Камбаров. Файзулин. Файзулин очень неплох по движению во всех матчах. Передача в центр, удар, гол! Так, Кокорин, ну если бы забил еще и бельгийцам из более простой ситуации, было бы совсем хорошо. Но как в том анекдоте, и так неплохо получилось. Правда, еще дерево и стучу по нему. Александр Кокорин 1-0, шестая минута. Неплохо вышли, не стали ждать, 4 касания на подработку. Передача на фланг, и Дмитрий Камбаров с левой, рабочий вариант. И Кокорин как рукой. Верхний угол в противоход Раису Мбали. Тому и прыгать-то тяжело, он двигается в другую сторону. Поди, оттолкнись. Повели. Первый раз на турнире. Порадовались, покричали, потому что и в товарищеских матчах бывает. А это гол, а это гол. Как она летит хорошо, а? Вот пошла нога Камбарова, и сам Дима провожает взглядом этот мяч. Он понимает, что он-то все сделал как надо. А потом уже видит, наверное,